Организация договора о коллективной безопасности – вот уже несколько десятилетий важный игрок на международной политической арене. В зоне влияния ОДКБ сразу несколько регионов мира. Слово «организация» звучит весомо и солидно. Но кто и что стоит за этим понятием? Кто те люди, которые противостоят современным вызовам, готовы в любое время выехать на очередное задание по линии ОДКБ или ведут сложные дипломатические переговоры? В последние 30 лет территория бывшего СССР была одной из самых горячих в мире. Цветные революции и государственные перевороты, терроризм и локальные вооруженные конфликты. Многим республикам бывшего Союза пришлось столкнуться с новыми угрозами. Их число и опасность растут с каждым годом. Порядок и уверенность в завтрашнем дне. Их так не хватает в современном мире. Обеспечить их пытаются власти многих стран. Но можно ли добиться успеха в одиночку? Какие пути существуют к созданию реальной безопасности? И какие вызовы ожидают нас завтра? Сотни танков и бронетранспортеров, десятки самолетов и вертолетов, тысячи бойцов, масштабное перемещение войск. Это учение взаимодействия под флагом Организации договора о коллективной безопасности. Силы организации выглядят впечатляюще. Их миссия – противостоять терроризму и экстремизму, международному наркотрафику и нелегальной миграции. Но вооруженные силы – лишь один из компонентов системы ОДКБ. В рамках ОДКБ, кроме вот военной составляющей, о которой так любят говорить и показывать, а есть другая тихая дипломатия. Николай Бордюжа занимал пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности 13 лет. Именно при нем ОДКБ заслужила свою нынешнюю репутацию влиятельной международной структуры. Есть такое понятие координация внешнеполитической деятельности. И мы этим занимались очень серьезно. Перед любым саммитом в ОБСЕ, в ООН проводились встречи министров иностранных дел, где обсуждали темы, вырабатывались общие позиции по тем или иным вопросам, что помогало вот общими усилиями влиять на международную деятельность наших структур всех. Станислав Зась пришел на должность генерального секретаря ОДКБ 2,5 года назад. У него было время войти в курс дела, сделать выводы об авторитете организации и предпринять новые шаги по укреплению и развитию ОДКБ. У нас партнерские отношения с Организацией Объединенных Наций, мы являемся наблюдателями в ООН. Это позволяет говорить о том, что вот ОДКБ занимает вот свою нишу в этой системе международных организаций и вообще в системе учения региональной и глобальной безопасности. И Николай Бордюжа, и Станислав Зась – в прошлом советские офицеры. Они хорошо помнят начало 90-х. Когда распался СССР, и на 1/6 части суши вместо единого государства появилось 15 новых стран. Обстановка в некоторых регионах бывшего Союза стала быстро ухудшаться. Межнациональные конфликты в Центральной Азии и на Кавказе перешли в фазу вооруженных столкновений. Через горы Центральной Азии пошел нарастающий поток наркотиков и оружия. Сохранение безопасности в регионе становилось общей и серьезной проблемой. Узбекистан. 15 мая 1992 года. В Ташкенте главы 6 стран подписывают договор о коллективной безопасности. Спустя 10 лет президенты Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан принимают решение о создании организации договора о коллективной безопасности.
7 октября 2002 года в Кишиневе в ходе саммита лидеров стран СНГ они же утверждают устав ОДКБ. Первоначально договор о коллективной безопасности подписали Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Беларусь, Азербайджан и Грузия присоединились к нему в 93-м. Впоследствии две последних страны, как и Узбекистан, покинули Союз из-за разногласий. Узбекистан в 2006-м вернулся в ОДКБ, но в 2012-м все же снова покинул организацию. Для всех остальных стран ОДКБ стал важным инструментом стабильности. Армения приобрела независимость всего до этого год-полтора года назад. И, конечно же, наша страна имела вызовы в сфере безопасности, стратегические вызовы. И для этого, конечно, мы нуждались в такой организации, как ОДКБ. Главной целью тогда Армении была находиться в единой пространстве безопасности вместе с Российской Федерацией. Сегодня численность коллективных сил ОДКБ более 30 тысяч человек. Именно эти подразделения в случае необходимости примут на себя основной удар. Они противостоят внешней агрессии, экстремизму, наркотрафику, терроризму и другим угрозам. Основной целью определенных внешних сил является подрыв стабильности и нарушение эволюционного пути развития на всем постсоветском пространстве. Происходящие в последние годы международные события подтверждают правоту вышепринятых стратегических решений в целях обеспечения общей и коллективной безопасности от Бреста до Владивостока. Вместе с тем, с удовлетворением отмечаю, что за период существования сама Организация договора о коллективной безопасности выполняет возложенную на нее ответственную миссию, развивается институционально, укрепляется ее потенциал. Прапорщик Илья Бусахин служит на 201-й военной базе России. Его команда обеспечивает бесперебойную связь во время маневров, учений и передислокации. Получаем задачу, сворачиваемся, выдвигаемся на новое место, разворачиваемся и, грубо говоря, заново те же самые 25-30 километров кабеля проносится, протягивается, раскладывается, абоненты расставляются. Илья родом из маленького села Кликатки, что под Рязанью. В Таджикистане служит 3 года, знает несколько слов на местном языке. На таджикском языке слово «дружба» – «дусть». 201-я российская военная база появилась в Таджикистане в октябре 2004 года. Ее сформировали на основе мотострелковой дивизии с таким же номером. Это тот заслон, тот рубеж обороны, который для нас всех один общий. И поэтому те, кто там сейчас находится, начиная от пограничников таджикских, их вооруженных сил, 201-я дивизия в том числе, вот, они для нас утверждают задачи вот на целом направлении, очень важном. Обеспечение безопасности ОДКБ. У гатчинской, дважды краснознаменной 201-й мотострелковой дивизии славная история. Ее бойцы прошли Великую Отечественную и Афганистан. Теперь ее название вписано и в историю Таджикистана. Начало 90-х. В Таджикистане проходят первые президентские выборы. Вскоре начинаются митинги и беспорядки. Затем гражданская война. Власти страны не в силах противостоять исламским фундаменталистам. Огромные жертвы казались неизбежными. Но сыграл фактор, который фундаменталисты, похоже, не приняли во внимание. Близ Душанбе и Курган-Тюбе располагалась 201-я дивизия вооруженных сил России. После вывода из Афганистана соединение дислоцировалось здесь по специальному соглашению с таджикскими властями. В октябре 1993 года на территорию республики были введены сформированные тогда коллективные миротворческие силы СНГ. Батальоны Казахстана, Киргизии и Узбекистана прибыли для поддержания мира на территории Таджикистана. Они выдвинулись на защиту наиболее важных объектов – ГЭС, основных заводов, военных объектов и пограничных перевалов. Но в первую очередь миротворцы прикрывали мирных жителей. На территории 201-й дивизии нашли защиту тысячи человек.
миротворческие силы несли тяжелые потери. Им приходилось отбиваться от вооруженных группировок на таджикско-афганской границе. Только в одном бою на 12-й заставе в июле 1993 года погибли 25 русских пограничников. А в апреле 1995-го казахская 7-я рота батальона «Казбат» попала в засаду в Пшихавском ущелье, в результате чего 17 военнослужащих казахстанцев погибли. И все-таки защитники конституционного строя выстояли и не позволили экстремистам распространить войну на территорию всей республики. История 201-й дивизии ярко демонстрирует – сила имеет значение. Тему собственного вооруженного корпуса под флагом УДКБ много обсуждали с первых дней существования Союза. При этом в организации всегда подчеркивали – это крайний способ решения проблем. ДКБ исключительно такая организация, которая нацелена на достижение все-таки своей цели, политики, демократических средств. Мы это всегда подчеркиваем, и это реально реализуем в своей деятельности. Мы не претендуем на какие другие территории, на какие другие там страны, интересы. Наша задача обеспечить вот здесь безопасность, мир на нашей земле, на территории наших стран. Наша организация сразу же получила статус наблюдателя при Организации Объединенных Наций. Это очень, в общем-то, и ответственно, и с другой стороны, и почетно. Высший орган организации – Совет коллективной безопасности. В него входят главы государств, членов УДКБ. Другие органы – Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей Советов безопасности. Они собираются по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Но есть орган, который работает практически 24 часа в сутки. Постоянный совет ОДКБ. Путь дипломатии сложный, извилистый и требующий постоянных уступок. Но по-другому просто нельзя. Это очень важно, что организация не военная, а организация военно-политическая, или я даже сказал бы политико-военная. Постпред Армении в ОДКБ Виктор Биягов дает интервью в машине. Иначе он просто не успеет. Сегодня по плану важное заседание и еще 3 встречи. Очень динамично расписана неделя. Да, много мы встречаемся часто, скажем, по тому или иному вопросу. Каждое из государств-членов УДКБ имеет в организации договора о коллективной безопасности своего полномочного представителя. Вместе они образуют постоянный совет, который следит за политической ситуацией в мире и координирует работу УДКБ буквально в режиме онлайн. На секретариат ОДКБ ложится сложнейшая работа по согласованию документов. Доходило до того, что согласование длилось 2-3 года. Были такие моменты. Секретариат – это своего рода штаб, постоянно работающий в напряжении мозговой центр организации. В нем готовятся и через него проходят все решения Совета коллективной безопасности и других уставных органов. Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей Советов безопасности. В секретариате работают представители всех государств-членов ОДКБ. Их назначают по квоте на принципах ротации каждые 3 года. Руководит секретариатом генеральный секретарь ОДКБ. Есть на кого опереться. У нас коллектив достаточно такой профессиональный, подготовленный, в котором присутствуют представители всех наших государств. И люди с серьезным опытом. Сюда просто так не попадет человек с улицы. Только на самом деле профессионал, которых очень мало. И каждый своей направлен деятельности. Виктор Биягов отдал дипломатии почти 30 лет. Его коллега из Кыргызстана Мирлан Тургунбеков всего 2 года назад даже не думал о такой работе. Он пришел на свою должность в 2020-м из антитеррористического спецподразделения. У меня, как и у каждого подрастающего мальчишки, всегда была мечта служить в десантуре. Для меня это предложение было неожиданно. Кажется, будучи человеком военным, принял к исполнению высокое доверие руководства и прибыл на место службы.
Тихая дипломатическая работа сильно отличается от службы оперативника. Здесь важно уметь принимать не столько быстрое, сколько взвешенное решение. Я скажу, что при принятии решений, учитывая позиции всех сторон, иногда бывает, что и ночами работали. То есть особенно перед сессиями. Это действительно очень важно, и все участники процесса это понимают. Главный принцип, на котором основывается ОДКБ – один за всех и все за одного. Он закреплен в статье номер 4 Договора о коллективной безопасности. Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников, все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную. Государства входят в ОДКБ на равных правах. Это подчеркивается особо. Все вопросы решаются исключительно консенсусом. Конечно, бывает иногда непросто формировать решение, вот, опираясь на этот принцип, но тем не менее, это очень важно для нашей организации. Председательство в Совете передается в порядке русского алфавита, если не будет принято отдельного решения. Председательство в прошлом году Таджикистан. Все, мы постоянно и собирались, и взаимодействие. И министр обороны Таджикистана на своем уровне очень много сделал для развития организации. Сейчас пост председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ занимает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Я думаю, что ОДКБ в течение последних 30 лет стал и был основным фактором стабильности и безопасности в зоне ответственности организации. И самым важным вопросом был вопрос о кризисном реагировании и механизмах кризисного реагирования в зоне ответственности ОДКБ. Вот мы недавно увидели выражение или действие этого механизма, я имею в виду миссию в Казахстане. Прапорщик Изат Тайбаев вспоминает. 5 января он собирался в гости к родственникам. Но его, как и товарищей, вызвали по тревоге и через несколько часов самолетом отправили в Алматы. Изат признается, они были готовы ко всему, но все ограничилось усиленным караулом, без нападений, насилия и стрельбы. Первый день нас отправили в часть, распределили по группам и по объектам поставили. Круглые сутки велись охрана. Изат служит в киргизском спецподразделении «Скорпион». Его основной профиль – борьба с терроризмом в горных условиях. Изначально бригада специального назначения «Скорпион» была отдельным батальоном специального назначения. Она себя зарекомендовала вот в 1999-2000 годах при уничтожении бандформирований на юге Кыргызстана. Второй пошел! С тех пор уровень боевой подготовки здесь серьезно подтянули. И подчеркивают, в «Скорпион» попадают лучшие бойцы. Кыргызстан – горная страна. Одни только Тянь-Шань с Памиром занимают две трети ее территории. Сотрудники «Скорпиона» ежегодно проходят курс выживания в условиях гор. Только тот, кто успешно пройдет все испытания, получит право носить вот такой зеленый берет и нашивку с изображением «Скорпиона». Сдается экзамен на бег, на подтягивание, на 100-метровку, на комплекс вольных упражнений на КСУ. Второй этап у нас по знаниям, по теории. И третий этап уже марш-бросок на 10 километров с преодоления полосы препятствий. Изат Тайбаев получил зеленый берет 3 года назад. Он не делает себе поблажек. Сегодня в планах тренировка по метанию ножей. Этим умением в подразделении «Скорпион» должен владеть каждый. А у Изата есть предмет особой гордости. Хобби, можно сказать, да, любимое. Это национальная игра кокбуру. Я любитель, не профессионал, любитель, увлекаюсь, играю в свободное время от работы.
играю неплохо. Кокбару – древняя игра кочевых народов. Эдакая смесь скачек и регби. Только вместо мяча – туша козла, а вместо ворот – огромный казан. Для спецназовца кокбару – дополнительный способ держать себя в форме. Он не знает, когда в его подразделении прозвучит сигнал тревоги. Всегда должен быть к нему готов. Августа 2021 года. В формате видеоконференции проходит экстренная сессия Совета коллективной безопасности. Ведет совещание президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Тема экстренного совещания – ситуация в Афганистане, где после ухода американцев обостряется обстановка. Талибы захватывают власть. Возникает реальная угроза для всей Центральной Азии и в особенности для Таджикистана, у которого более 1340 километров общей границы с Афганистаном. Этому же вопросу посвящена и очная сессия ОДКБ спустя 3 недели в Душанбе. Главы государств решают, какие меры будет принимать организация для предотвращения террористической угрозы. Важное место в дискуссии занял вопрос, связанный с крайне сложной ситуацией в Афганистане. Все были едины во мнении, что афганская проблематика непосредственно влияет на ситуацию в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. Именно поэтому в октябре 2021 года на таджикском полигоне Харбмайдон в 20 километрах от афганской границы прошли, пожалуй, самые масштабные маневры коллективных сил быстрого реагирования. Они объединили сразу несколько учений – взаимодействие, поиск и эшелон. По замыслу учений, группа боевиков пытается пересечь границу. Подразделения коллективных сил ликвидируют эту угрозу. В Афганистане остался целый арсенал оружия, которое оставили натовские войска и союзники после своего вывода. И, конечно, сейчас повышаются риски расползания этого оружия, его просто-напросто разворовывания, продажа по всему Афганистану, да и за пределы. В рамках противодействия терроризму силы ОДКБ ежегодно проводят учение «Кобальт», а с 2019 года – операцию «Наемник». Известно, что выходцы из запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ пытаются перебраться из Сирии на территорию постсоветских государств. Афганская проблематика должна оставаться в центре нашего постоянного внимания и анализа. На этом направлении необходима реализация всего комплекса политико-дипломатических и военно-технических мер обеспечения безопасности. Террористы используют угрозы, пытки и убийства. Те же методы, что и бандиты. Именно для борьбы с организованным криминалом в 90-е в России был создан СОБР – спецотряд быстрого реагирования. В 1993-м он получил название «Рысь». За 30 лет существования СОБР-Рысь участвовал во всех громких антитеррористических мероприятиях, где появлялась оперативная информация об угрозе какой-то террористической или экстремистской направленности. Мы срочно вылетали туда. Сотрудники подразделения «Рысь» по-прежнему выполняют задания высшего уровня сложности, поэтому и требования соответствующие. В подразделении 12 мастеров спорта, в основном по стрельбе и силовым единоборствам. По линии ОДКБ сложных миссий пока не было. Поэтому возможные угрозы отрабатывают на учениях. Но там почти все по-настоящему. Каждая страна, на территории которой проводится данное учение, она примерно знает уровень террористической угрозы. То есть с какой стороны это может произойти, какими силами, какими средствами. Как правило, подпитка террористических групп происходит с помощью наркоторговли. Это еще один серьезный вызов, с которым приходится иметь дело странам Центральноазиатского региона и, следовательно, ОДКБ. Объемы изъятых наркотиков и количество незаконных операций растут. Об этом говорит статистика операции «Канал». Силы ОДКБ ее проводят ежегодно. М-1-4
Музафар Мирзоев прямо сейчас устраивает тест для одной из служебных собак. Русский спаниель Феллер должен отыскать имитаторы трех разных наркотиков. Начинайте. В центре кинологической службы агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан служат собаки разных пород. Это не просто друзья человека, это верные боевые товарищи и младшие напарники. Опытный кинолог всегда знает, чего ожидать от своей собаки. Если кинолог не знает 100% поведения своей собаки, то ему трудно будет работать с собакой, потому что как она работает, где она как себя ведет, где-то чихает, где-то слезы идут, где-то у нее появляются трусости. Если этого все он не знает, то ему будет тяжело работать. Сосед Таджикистана по карте – Афганистан. Мировой лидер, если можно так сказать, по производству героина. Афганистан занял лидирующую позицию в мире по производству опия. Это основной ингредиент для героина, производства героина. И среди вот мировых поставщиков героина, ну, 80% это с Афганистана. В 2019 году в Афганистане был зарегистрирован печальный рекорд десятилетия. В стране изготовили более 6500 тонн опиума. Это данные Управления ООН по наркотикам и преступности. Мощный наркопоток идет в Россию и Европу из Афганистана, в том числе через Таджикистан. По секретным горным тропам, которые не всегда успевают перекрыть спецслужбы. В этих условиях собаки – незаменимые помощники. Они способны не только обнаружить наркотики, но и задержать нарушителя. Кинолог и его собака – одна команда. Инструктор в этой двойке – главный. Но вот парадокс. Лучше, когда при первом знакомстве не человек выбирает себе питомца, а наоборот. Если собака хозяин выбирает, из них получается команду. Потому что мы смотрим на красоту собаки, а собаки смотрят на наш характер, на нашу теплоту, на нашу ауру, на нашу тональность. Вот тогда будет дружба между ними. Место! Все. Хорошо. Кинологи Таджикистана ежегодно выезжают на учения под флагом ОДКБ. В 2021 году активная фаза маневров прошла в сентябре в горах Армении на полигоне «Маршал Баграмян» Национального министерства обороны. Вместе с таджикскими специалистами тренировались и российские спецназовцы. Учения ДКБ очень важны для того, чтобы я мог понимать на случай переброски нашего подразделения там, в другие страны, как мы будем работать, с каким оружием мы будем работать, какой местность будет. Антон – один из опытнейших бойцов спецподразделения МВД России «Гром», ударной силы наркополиции. Его основные специальности – пулеметчик и взрывотехник. У нас каждый сотрудник старается обучиться взрывотехнике, альпинистской подготовке. То есть мы все это сдаем, всему этому учимся. В молодости Антон учился на художника и работал реставратором. Сейчас маркетри – искусство декорирования по дереву – его хобби. Когда делаю картину, отвлекаясь именно на нее, то есть думаю о ней, думаю, что там, какие цвета я буду вставлять, то есть как это будет выглядеть, чем я буду покрывать ее, кому я ее подарю, может быть, ну, для кого я это делаю. У меня есть картины мечты, которые он создал. Ну, это большая икона Христа. В подразделении «Гром» Антон – один из инструкторов по рукопашному бою. Но главный специалист в этом деле – его начальник Роман. У Романа многолетний боевой опыт. Ему нравится риск. Но родным о своей службе он почти не рассказывает. Бережет. Они знают, что я иду на работу. Они знают, где я работаю. Да, как бы они уже привыкли, наверное. Да. Самое сложное, когда ты уезжаешь в командировку, тогда вот такое, скажем, прощание, слезы и так далее. Правда, отряду в плане происшествий везет. Какие-то мелкие ранения были, да, но у нас все последние 10 лет живы. Никто не погиб. За 10 лет никого. Все живы и здоровы. Слава Богу.
спецназовцы признаются, им нравятся командировки по линии УДКБ. Как правило, это учения, где можно увидеть знакомые лица и встретить боевых товарищей. Принципиальное решение о создании коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона было принято в мае 2001 года в Ереване. Это был, что называется, пробный шар. Туда вошли батальоны, несколько батальонов от Российской Федерации, от Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. 11 батальонов. Я не думаю, что они бы серьезно повлияли на, в целом на общую обстановку в случае, если таких крупномасштабных событий, таких негативных. До создания по-настоящему боеспособного корпуса прошло несколько лет. Предстояло обсудить и решить значительное количество формальных вопросов. 14 июня 2009 года. Москва. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ главы входящих в него государств подписывают важнейшие соглашения о создании коллективных сил оперативного реагирования. Они должны отражать военную агрессию, бороться с терроризмом, международной преступностью и наркотрафиком, а также устранять последствия чрезвычайных ситуаций. Это новая веха в развитии ОДКБ и ее силового блока. Коллективные силы оперативного реагирования состоят из соединений и частей постоянной боевой готовности. Кроме того, в распоряжении КСОР находятся силы специального назначения – органы внутренних дел, внутренние войска, спецслужбы и органы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Все они в любое время должны быть готовы к переброске в любую точку зоны ответственности ОДКБ. Их общая численность – около 20 тысяч отборных штыков. Самые важные вопросы по линии коллективных сил Совет министров обороны УДКБ сейчас обсуждает в этом зале. У него своя история. Он был создан, когда была создана организация договора, Варшавского договора. Если вот вы обратите панно, которое в центральной части зала, то здесь вот при реконструкции и сохранена эмблема Варшавского договора, и дата стоит 1955 год. Генерал-полковник Анатолий Сидоров прошел Афганистан и Чечню. Сегодня он занимает должность начальника объединенного штаба УДКБ. Этот орган отвечает за подготовку предложений по силовой составляющей организации. Он координирует действия органов УДКБ по вопросам военного сотрудничества. В него входят представители оборонных ведомств всех шести государств, членов организации договора о коллективной безопасности. Формирование, развертывание, применение группировок войск, которые имеются в организации. Это одна из основных функций. Вторая функция, тоже не менее важная, это, конечно, всесторонняя подготовка тех формирований, которые входят в войска коллективной силы. Первые учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ прошли в октябре 2009 года на полигоне Матыбулак в Казахстане. Они были самыми масштабными на тот момент совместными маневрами со времен распада Советского Союза. В 2021 году было организовано в общей сложности 7 совместных учений в разных странах. Например, маневры под кодовым названием «Нерушимое братство» проходили в Казани, а рубеж – в высокогорье Кыргызстана. На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ. Мы стараемся не упустить регионы коллективной безопасности, чтобы не было так, в одном регионе каждый год, а в другом регионе нет в течение 10 лет. Мы стараемся оценить военно-политическую обстановку, которая сейчас и которая может сложиться в том регионе. В учениях очень важны неформальные контакты. Бойцы разных армий учатся ощущать себя одной командой. Мы все говорим на одном языке. Это, я вам скажу, что очень большое достижение для, по крайней мере, облегчения в вопросах управления войсками.
миротворческая рота 103-й воздушно-десантной бригады Республики Беларусь принимает участие в учениях уже 10 лет. Ее командир Игорь Гиль начинает очередные занятия с подчиненными. Выравниваюсь по ветру, готовлюсь к приземлению. Сегодня по плану отработка комплекса упражнений для успешной высадки с воздуха и закрепление навыков с помощью тренажеров. Миротворческая рота, как и вся воздушно-десантная бригада, входит в состав коллективных сил ОДКБ. Сюда набирают лучших бойцов, которые служат по контракту. Я лично провожу беседы с личным составом, который желает проходить службу в миротворческой роте. И потом уже принимаю решение, стоит ли этого на службу брать или не стоит. Десантники этой роты – настоящая армейская элита. Каждый боец должен успешно преодолеть многоэтапный комплекс испытаний с довольно жесткими нормативами. В эти этапы входит отбор тестовый, то есть это по предметам боевой подготовки. Также прыжок с парашютом, марш-бросок и стрельба со всего видов оружия. Но занятия по боевой, физической и тактической подготовке – лишь часть привычного распорядка дня белорусских десантников. Ведь это миротворцы – особая категория военных. Все военнослужащие проходят курсы основ миротворческой деятельности около 3 месяцев в военной академии. Там изучается психология, тактика миротворческих подразделений, международное гуманитарное право, иностранный язык и военная топография. В январе отдельная миротворческая рота получила первое боевое задание. Ей предстояло срочно выдвинуться в Казахстан в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ для оказания помощи в восстановлении конституционного порядка. В январе быстро мы собрались. На российских Ил-76 мы туда прилетели и охраняли аэродром. События в Казахстане стали серьезной проверкой для всех компонентов системы ОДКБ. От дипломатического до силового. Причем проверкой внезапной. Мы должны всегда настраиваться на какой-то самый сложный сценарий, самый тяжелый сценарий. Но расслабляться однозначно нельзя, и надо быть готовым к тому, что в любой момент может произойти что-то из ряда вон выходящее, на что потребуются, может быть, даже какие-то и неординарные ответы или неординарная реакция. Начало января 2022 года. Недовольством населения Казахстана повышением цен на сжиженный газ воспользовались деструктивные силы, в том числе извне. Мирный протест перешел в массовые беспорядки. Начались погромы и нападения на правительственные здания. Пострадали подразделения полиции в Алматы и других городах. Объектами нападений стали даже армейские части. Боевикам нужно было оружие. Боевики захватывают местный аэропорт, акимат, управление внутренних дел, здание Комитета национальной безопасности. Гибнут десятки мирных жителей. Налицо явная попытка вооруженного переворота. Под угрозой стабильность большой страны с многомиллионным населением. В соответствии с решением Совета безопасности Казахстана, основанным на всестороннем анализе правоохранительных и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии. Ситуация в Казахстане развивалась очень стремительно. И очень так по нарастающей повышалась агрессивность. Страна имела риски погрузиться в такую пучину беззакония там, и внутреннего кровавого противостояния. Президент страны Касым Жомарт Токаев выступает с обращением по национальному телевидению. Наносится огромный ущерб внутренней, экономической, социальной и политической стабильности. Кажется, ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Счет идет на часы. Президент Токаев обращается к главам государств, членов ОДКБ за помощью. Исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия
в наведении конституционного порядка. Борт на месте, к работе готов. Как принял у меня прием? Ввод миротворческих сил – сложная процедура, требующая многочисленных согласований. Именно поэтому у некоторых наблюдателей были серьезные сомнения в успехе. У нас был телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. После этого я созвонился со всеми лидерами. Правда, было поздний час, но мы поговорили, обсудили. И вы знаете, что в ОДКБ решения принимаются консенсусом. Когда я констатировал, что у нас есть консенсус, уже де юре был запущен процесс. Финал январских событий хорошо известен. С беспорядками и погромами удалось справиться менее чем за неделю. Миротворческий контингент УДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договоренность о том, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов. 13 января 2022 года было объявлено об окончании миротворческой операции УДКБ в Казахстане. А 19 числа территорию страны покинул последний ее представитель, командующий коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков. То, как все без исключения страны ОДКБ отреагировали на это обращение, та скорость, с которой развертывание осуществилось, и та эффективность, которая была проявлена при оказании содействия в охране правительственных зданий, объектов критической инфраструктуры, конечно же, вызвали во всем мире, мне так кажется, повышенные интересы и признание, даже если кто-то, сейчас наши западные коллеги, пытаются это скрывать. В самом ОДКБ итоги операции подвели буквально через день после ее завершения. Все эти годы, в общем-то, проводя различные тренировки, различные учения с контингентом, с миротворческим контингентом, с контингентом, который входит в состав ОДКБ, мы именно на это и рассчитывали, именно быстрота, точность. И эта быстрота, в общем-то, дала свой эффект. Использование миротворческих сил по просьбе казахстанского руководства стало первой такого рода операцией в период существования ОДКБ. Ее проведение позволило выявить сильные стороны практического взаимодействия наших военных структур и спецслужб и одновременно показало, над чем еще предстоит дополнительно поработать. Октябрь 2016 года. Ереван. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ главы входящих в него государств принимают еще один судьбоносный документ. Стратегию коллективной безопасности до 2025 года, а также принимают решение о создании Центра кризисного реагирования ОДКБ. Через него идет взаимодействие во время учений и кризисных ситуаций, вырабатываются предложения для уставных органов организации. Идет мониторинг обстановки в зоне ответственности ОДКБ и на прилегающих территориях. Коллективная безопасность – не только военные операции и переговоры дипломатов. Это целый комплекс мер. Когда было принято решение об организации, буквально сразу же были созданы еще очень важные институты, координационные советы, которые целенаправленно занимались борьбой с незаконным оборотом наркотиков, с терроризмом, экстремизмом, с нелегальной миграцией. На пространстве УДКБ ситуация не выглядит такой сложной, как в Европе. Тем не менее, всем еще помнится миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, когда беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки пытались проехать транзитом в ЕС. А в России, по разным экспертным оценкам, сейчас несколько миллионов незаконных мигрантов. Оперативно-профилактическая операция «Нелегал» в рамках ОДКБ проходит на протяжении последних 14 лет. Ее цель – из громадного числа эпизодов, связанных с движением мощных миграционных потоков на просторах Евразии, выявить те, которые представляют угрозу для коллективной и национальной безопасности. Одномоментное действие операции на территории всех стран приносит как раз существенные результаты. Ну, надо отметить, что, например, в 2021 году в рамках операции «Нелегал» было выявлено более 75 тысяч нарушителей миграционного законодательства.
Валентина Казакова, секретарь Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов Организации договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией. Она подчеркивает, в ближайшем времени эту сферу ждет серьезная реформа. Мы предполагаем ввести документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации с электронным носителем. Это будет способствовать снижению незаконной миграции. Возможности интернета используют и деструктивные силы. Против них направлена прокси. Еще одна операция по линии ОДКБ. Тот же терроризм, допустим, он уже все больше погружается вот в эту сферу. Информационные технологии. Можно именно использование вот эти сферы, в том числе достигать вот целей террористических атак. Сейчас в Организацию договора о коллективной безопасности входят 6 стран. Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. ОДКБ открыта к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными международными и региональными организациями, действующими в сфере безопасности, в том числе с НАТО. Подтверждая готовность к налаживанию контактов с Североатлантическим альянсом, министры иностранных дел государств-членов ОДКБ приняли 22 мая 2019 года открытое обращение к министрам иностранных дел государств-членов НАТО об укреплении доверия и развитии сотрудничества в вопросах совместного противодействия глобальным вызовам и угрозам. В нем, в частности, предлагается наладить прямые контакты между генеральными секретарями двух организаций. Ответа, однако, до сих пор так и не последовало. ОДКБ, в том числе и на уровне президентов стран-участниц, предлагала НАТО наладить механизмы консультаций, обмена информацией, взаимодействия в тех или иных сферах, поддержание безопасности в евроатлантическом регионе, ну, прежде всего, в рамках ОБСЕ. НАТОвцы, как они, в общем-то, продолжают относиться к остальным странам и остальным структурам, высокомерно игнорировали эти обращения. Именно с НАТО Организацию договора о коллективной безопасности пытались сравнивать с самого начала ее существования. Станислав Зась считает такое сравнение уместным лишь отчасти. Да, у нас есть что-то схожее. И та, и другая организация, значит, действует в сфере коллективной безопасности своей страны. И там и в ДКБ, и в НАТО государства берут на себя определенные обязательства. Есть некоторые черты схожие, но их немного, а вот отличий намного больше. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны, но делается достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно. Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности. В то же время ОДКБ заинтересована в углублении взаимодействия с теми, кто разделяет ее принципы. Организация готова подключить другие структуры и отдельные государства к отработанным за годы существования системам взаимодействия и сотрудничества. В ноябре 2018 года на сессии Совета коллективной безопасности в Астане был принят пакет документов о правовом оформлении статусов партнера ОДКБ и наблюдателя при ОДКБ. Это дает возможность международным структурам и отдельным государствам действовать совместно с организацией на правах партнеров. Мы видим, что в системе ООН существует нехватка и специалистов, и техники, и инфраструктуры. Поэтому мы готовы работать с Организацией Объединенных Наций по этой линии. И мы считаем, что ОДКБ может нести серьезный вклад в миротворческую деятельность ООН. Это касается, в первую очередь, направления, допустим, военных госпиталей, военных медиков, отрядов по разминированию, различной техники, инфраструктуры, оборудования. Мы готовы взаимодействовать с ООН по этой тематике, да и по всем другим темам, связанным с общими вызовами и угрозами. За 30 лет, прошедших со дня подписания договора о коллективной безопасности, и 20 с момента создания ОДКБ, организация стала влиятельной структурой в мировой политике, надежно обеспечивающей безопасность на коллективной основе входящих в нее государств. Без ОДКБ ситуация на пространстве Евразии сегодня выглядела бы иначе. ОДКБ должна выступать еще таким известным фактором, обеспечивающим баланс Евроатлантики, и я уверен, она
относительно молодая организация по сравнению с той же НАТО, но по мере продвижения наших дискуссий, наших инициатив о безопасности в регионе, конечно, ее авторитет, ее голос будут все более весомыми. 16 мая 2022 года. Москва. Новая встреча глав государств, входящих в ОДКБ. Саммит приурочен к юбилею Союза. Его участники констатируют, за годы существования организация стала авторитетной структурой международной и региональной безопасности. Сегодня этим можно и нужно пользоваться. Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках, чтобы голос и позиции организации были видны и слышны. Важным документом, ведущим нашу организацию по собственному пути развития, является стратегия коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года. Каждый из участников саммита поставил свою подпись под заявлением, в котором подчеркивается – организация будет обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность государств, входящих в ОДКБ. И эта работа продолжается последовательно и неуклонно. Первостепенной на текущем этапе является задача дальнейшего совершенствования и оптимизации деятельности ОДКБ и ее руководящих структур. Будем также заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий наших военных структур и спецслужб. На эмблеме ОДКБ изображен щит в виде фортеции, оборонительные крепости, направленные на четыре стороны света. Символ уверенности и готовности к любым угрозам. Внутри фортеции – золотой шар, означающий монолитность и единство. И здесь, пожалуй, больше ничего не нужно объяснять. ОДКБ сегодня – это союз стран, которые могут быть уверены в собственной безопасности и безопасности союзников, несмотря ни на что. А еще это сообщество людей, которые знают и любят свою работу.